О, спринтрап сей, тля какой красивый. Здорово. Так она скукожилась. Марионетка скукожилась, тля. Спринтрап без руки пошел в жопу. Ты читер! Он сквозь столы гоняет, алло! Вы не предупреждаете хоть, что у вас этот аниматроник читос? О, все, ага, сломали зайца, ты понял? Привет! Сегодня мы поиграем сразу в два фанатских хоррора, где будут разные спринтрапы. И, конечно, если тебе нравится спринтрап, то ставь лайк прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали играть! Игра называется «Пропавший кролик». Я не знаю, это заяц зеленый. Это, возможно, это спринтрап. Он похож на спринтрапа, на самом деле. Правда, на какого-то упоротого спринтрапа. Но мы посмотрим, что это за игра. Давайте. Рассвет у нас, рассвет. Я не знаю, что здесь будет, но, наверное, игра страшная, потому что все-таки это спринтрап на минималках, и поэтому мы... Это какая-то фабрика неизвестно где. Это заброшенная пиццерия. Нахрена мы сюда приперлись, я не знаю. Но тут явно есть спринтрап. Можно я пойду отсюда? Там вон речка, я вижу, искупаться можно, да? Мы можем искупаться на речке. Вместо этого мне придется идти в пиццерию в эту долбанную, да? Ну пошлите, зайдем наконец-то мы сюда. Я тут шарюсь по этой пиццерии, тут ни хрена не видно. Тут ни хрена не видно, и все в кустах. Надо сюда садовник. О, это что? Это рука спринтрапа, ля. Ля, это рука спринтрапа или нога. Ну, возможно, это пиписька спринтрапа, но я, конечно, сомневаюсь. Пришли в эту заброшенную пиццерию. Тут, говорит, воняет говной. Серьезно? Ну ты так-то не сри сюда, ну бомжи, а хотя да, бомжи ходят, срут сюда. Что? Чё он сказал? Я, говорит, что-то слышал, походу. Идем, много комнат, ни хрена нету. Мы нашли только писюн спринтрапа, больше ничего пока не нашли. Мы даже его подобрать не можем. Что тут еще интересного есть? Тут по-любому что-то интересное есть. Мы должны тут, скорее всего, что-то найти. Только надо побыстрее, потому что говно воняет. Так что надо быстрее торопиться. Торопиться, чтобы не задохнуться в этом непонятном месте. Тут нет мебели. Тут нет офиса, тут что-то должно быть. Тут есть только писюн спринтрапа, все. О, спринтрап сей, тля какой красивый. Здорово, здорово. Аниматроник. Well, ну? Возможно, он не работает. Ну, как бы, ну, у него писюна нет, конечно, он не работает. Что за тупые вопросы, предъявы какие к аниматронику? Конечно, он не работает, что ты хотел-то от него? Спринтрап стоит, не работает. А это же, наверное, это же та самая пиццерия, это же FNAF 3. Это с этого начинался FNAF 3, его же взяли, принесли, и это вот, и в это во FNAF 3 посадили. Это FNAF 3 начало, понимаешь? Прикол-то в том, что это секретная игра, которая отправляет нас в... во времена до того, как был создан FNAF 3. Вот нашли мы спринтрапа, мы сейчас его повезем в хоррор-аттракцион, и там он будет, короче, пугать охранника, понимаешь? Вот оно как было, оказывается. Надо просто найти его писюн, приделать, и все нормально будет. Так, ну ладно, погнали. Да блин, ё-моё, опять! Долбаная марионетка, в смысле. Как вообще детям нравилась эта хрень? Она же страшная. Так она скукожилась! Марионетка скукожилась, ля! Кто скукожил марионетку, у меня вопрос. Это ты сделал? Вот ты сейчас смотришь видос, ты скукожил марионетку. Так ты смотри, это не надо. Давайте поставим кучу лайков, чтобы монетка раскукожилась. А то, ну смотри, на нее смотреть противно, ну фу! Что? Что это за хрень? Это не марионетка, она какая-то... Это бабушка марионетки или что это? Это марионетка Гренни, что у меня ноги есть, смотри, ля. У меня есть ноги, ты понял? Я нормальный охранник, я не призрак. Так, марионетка, слышь? Она улыбается, она скукует. Это бабушка марионетки, ты представляешь? Мы нашли бабушку марионетки, а? Есть обычная марионетка, ее бабушка. Все. Вот так вот, понимаешь? Зашли такие. О, а это что за каска? Что это такое? Это Фокси! Чё? Сломалась рация? У него рация, да нахрена тебе рация, чувак? Ты реально охранник? Маску Фокси нашел, смотри. Правда, она какая-то не дает. На 3D принтере печатали, что ли? Чё она такая стрёмная? Сейчас опять скримаки пойдут. Сейчас мы опять обосремся. Чё? Чё ты сказал, мужик? Мужик, ты адекватный, нет? Ладно, я пойду спринтрапа писюн принесу. Ну, по-любому. По-любому надо это сделать. Типа, в этом, наверное, соль. Да, забери. Забери писюн. Возьми. Возьми. Не берешь? А что тогда делать надо? Я пошел, пацаны, я пошел. А меня не пускают, смотри. А, это не все, ты понял? Мне все-таки надо что-то найти, наверное. Мне надо что-то найти. В этом сраном лесу надо что-то найти. Вот тот самый микрофон, который надо найти. Это микрофон.
Я узнаю его. И чей это микрофон? Это, наверное, микрофон Спринтрапа, да? Давай ему отдадим. Спринтрап, я нашел твой микрофон. Давай тебе, давай ему отдадим. Но это явно не марионетки на хрень. Может быть, не сюда надо зайти? Hello, everyone. Привет всем. Это Фокси пиццерия. У нас там есть там много пиццы, аниматроники, игры всякие. Ну да, аркадные машины. Давайте петь! А чё не поешь? Это интересно. Это интересно, конечно, но в чем прикол-то? Светрап меня убьет, нет? Ну устал ты, ну он спи в этой пиццерии, все. Короче, он уснул. Он уснул, нет? Уснул? Все, он уснул. Спасибо, что поиграли в демо. Ну вот такая вот демо. Вот такая вот небольшая игрушка, но прикольная. Спринтрап тут выглядит, конечно, упорото, но постаревшая марионетка меня порадовала лично. Было прикольно. Короче, это кровавый спринтрап, мы сейчас пойдем с ним разруливать. Давайте попробуем. Кто кого? Катсцена идет. Катсцена, но она темная. В жопу катсцену, короче, я ее проматываю. Все равно. Ну, как бы они там что-то бубнят, там что-то говорил аниматроник, скорее всего, спринтрап. Итак. Что происходит? Я просыпаюсь в пиццерии или что? Что это такое? Это еще одна катсцена, реально? Походу, я просыпаюсь в какой-то пиццерии, да? Прям в офисе, смотри. Там у нас вентилятор. Что-то на полу валяется. Фонгай нам звонит, как обычно. Стандартный это, ночь в пиццерии, да? Ля, реально вырубили охранника. И он просыпается в пиццерии. Говорит, о, моя башка, мне так фигово. Чего? Какого хрена? Где я? И вот там... Как я сюда попал, говорит охранник? Я не в курсе, да? Там Годзилла, что ли, сейчас придет? И что за звуки-то такие? Что это, говорит, за телефонный звонок? Я ничего не понял, говорит охранник. Я вообще не знаю, что я здесь делаю. Ладно, мне надо найти выход. Надо свалить отсюда. И все будет хорошо. Это же не сложно, да. Вот тут фонарик есть, да, несложно. Вот, мы взяли фонарик, мы будем сваливать. Короче. Нас кто-то засунул в пиццерию. Мы ничего не знаем, нам надо сваливать. А я пошел, все, можно, да? Я ливаю отсюда. О, так это пиццерия Снаф 1, что ли, реально? Шарики, все красиво. А можно мне вот в эту дверь, я как бы хочу свалить? Закрыто. Закрыто, пиццерия Снаф 1, стандартная. Я хожу как сраный инвалид, мне не нравится, как я хожу. Ты можешь ходить нормально, слышь, мужик? Окей. Ну, тут, наверное, будет страшно. В офисе, кстати, двери закрываются или нет, я не проверил. На сцене должны быть... О, секретная дверь, а можно мне туда? What? Чё? Что за говно? Тут закрытая дверь! А, он сказал, что тут была дверь, но ее сейчас нет. Надо, говорит, чем-то сломать эту дверь. Не, ну озвучка, конечно, топовая. Надо чем-то сломать дверь, без проблем, сейчас найдем. Так, толчки открываются, нет? А как вообще двери открываются, если что? Или толчки вообще? Может, посрать сходить можно, нет? Как бы главному герою в самый раз сейчас посрать, потому что, ну, страшно как бы. Тут, возможно, будет Фокси, давайте глянем. Ну-ка. Не, Фокси нет, у него сегодня выходной, походу, у Фокси выходной. Окей, есть еще какая-то дверь. Вот, открытая дверь, ну вот, другое дело. Другое дело, давайте зайдем посмотрим. Так а в принципе никого нет. А в чем сложность этой игры? Тут никого нет. А меня кто-нибудь будет убивать вообще, как бы, нет? Как открыть дверь? Откройте дверь, пожалуйста, откройте. Я на все кнопки жму, ничего не происходит. Пробел, Alt, Ctrl, что? Что? Игра, что ты хочешь от меня? Окей. О! А, ну это мой офис, в смысле, что? Это он? Мне надо, говорит, свалить отсюда. Чтобы в безопасности быть. А кто он-то? Кто? Кто? Нет никого. Ты в смысле, ты кто? Это что за. Это что за. Это кто? Ни хрена себе, он сейчас вышел на меня с угла. Ты охренел? Ты кто такой? Спринтрап без руки, пошел в жопу. Ты читер! Он сквозь столы гоняет! Алло, вы не предупреждаете хоть, что у вас этот аниматроник читос? Грёбаный спринтрап с читами, иди в очко! Ты по... А. У тебя зубы просвечиваются и рука, и нога через стену. Ты адекватный? Нет вообще. Ты понял, короче. Он сквозь столы гоняет. Грёбаный читак. А как мне выиграть-то?
Он откуда-то вышел, наверное, да? Ай, ты хорош за мной бегать-то, алло, успокойся там. Смотри, смотри. Да он сквозь столы наяривает вообще просто без проблем, да? Надо проверить, сможет ли он залезть на сцену, вот чего. Иди сюда, слышь ты, давай, 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 давай. На сцену сможешь, на сцену смогёшь? Смог, так, подожди. А давай сюда, сюда, сможешь? Ля, он смог, не, я пошутил! Нет! Давай в офис ко мне, в офис, заходи. Заходи, потусим. Стой, стой, стой. О, все, сломали зайца, ты был. Ля, сломался. Вот он, красавчик. Все, можно хоть его рассмотреть по красоте прям. Ну все, я сломал зайца. Зайца уже кучу лайков ставим прям сейчас. Залетаем, кучу лайков набираем. Зайца ломаем. У него, короче, руки красные в крови. Ноги красные в крови. Голова красная тоже в крови. А туловище зеленое, спринтрап. То есть кровавый спринтрап. Это новая кликуха этого зайца. Кто-то ему оторвал руку, потому что он засунул, видимо, в чью-то задницу, поэтому, ну, как бы, без руки остался. Нефига руки свои куда попало пихать, как говорится, да? Вот такой вот аниматроник. Если я подойду к нему сбоку, скорее всего, он... Да, он, скорее всего, отвиснет. А я попробую вот так сейчас еще. Аккуратно сейчас, аккуратно, аккуратно. Аккуратно! Да! Он читер, он по столу пошел. Он читер, он пошел по столу. Иди ты в очко, все. Но я его сломал. Я его сломал, поэтому лайков завозим. А то, что он ходит по столу, это читерство. Я даже так не могу, представляешь? Читер. В общем, мы посмотрели две демо-версии, и оба спринтрапа выглядели, ну, очень странно и упорото. Но если разработчики доделают эти игры, то мы к ним еще вернемся. А чтобы тебя не поймал спринтрап, то не забудь поставить лайк. А сейчас всем удачи и всем пока!